Сегодня мы находимся в микрорайоне Павшинской поймы. Впереди у нас еще целый месяц лета, погода замечательная, а это означает, что мы сегодня вновь встречаемся на замечательных таких событиях, которые называются «Летний вечер у реки». Мы продолжаем знакомить красногорцев с нашими замечательными артистами, творческими людьми. Сегодня у нас в гостях Татьяна Ларина, солистка казачьего хора «Люба». Атмосфера в пойме всегда очень замечательная, вот, потому что место этому располагает. Тут замечательный вид. Тут часто мы видим, не часто, а постоянно видим добрые, отзывчивые лица, которые всегда принимают очень позитивно наших артистов. А наши артисты, это представители творческих объединений городского округа Красногорск, они с удовольствием дарят свое творчество жителям, и происходит такой совместный обмен позитивом и эмоциями. И это будет советская эстрада, это будет будут песни Ирины Богушевской и немного народных, потому что куда ж я без них, все-таки самое главное – это наша народная культура. Они будут в очень разной вокальной стилистике, но темы у них будут разные. Но главное объединяет их одно – они все жизнеутверждающие. Я как в основном человек, поющий народные песни, для меня природное состояние – это нормально. Петь не в зале, вот где все такие серьезные, пришли в костюмах. А когда люди могут и потанцевать, и подпеть, и вместе поучаствовать, для меня это очень комфортная обстановка. И вообще здесь замечательное место, мне очень нравится.